Приветствую, дорогие мои. Сегодняшнее видео у меня в планах было года три с тех самых пор, когда я посмотрел этот отрывок из Тора. Why have you done this? To prove to father that I am a worthy son. When he wakes, I will have saved his life. I will have destroyed that race of monsters, and I will be true heir to the throne. You can't kill an entire race. Why not? Я подумал, это что, Future Perfect? Настоящий живой Future Perfect? На моей памяти это единственный раз, когда я в фильмах Marvel встречал это время. И это неудивительно, поскольку Future Perfect является вторым по редкости время в английском языке. Первым, естественно, является Future Perfect Continuous. Как и все времена Perfect, он обозначает законченность действия к указанному моменту времени или на момент указанного момента времени. В этом отрывке этим указанным моментом является When He Wakes. Обратите внимание, что по правилам согласования времен придаточная часть предложения обязательно должна быть во время present, то есть мы говорим when he wakes, а не when he will wake. И вторая часть указывает на то, что действие уже будет закончено. I will have destroyed. Я уже уничтожил. К тому моменту, когда он проснется. Will плюс have плюс третья форма глагола future perfect. На сегодня все. Оставляйте вопросы в комментариях и пишите, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. Детерминизм.